就是网友看到在离岛澎湖怎么会出现了两个太阳，这实在是太奇怪了。有人立刻用手机拍了下来，抛在网络上，大家就讨论了。有人说啊，这地球快毁灭了，要赶紧逃命。等一下，我告诉您，气象专家告诉大家说，这一切都是乱说的。其实啊，这只是难得一见的幻日现象。 两个太阳是有没有看错啊？有网友在网站的留言板上写着标题：“今天我朋友去海堤跑步时拍到的。”内文就是这张在澎湖拍到两个太阳的照片，引发了网友的广大讨论。有人说有两个太阳，难怪这澎湖紫外线特别强，夏天也特别热。但也有人大叫见鬼了，还有人说地球要爆炸了，快点逃到太空去。当然，也有人怀疑照片造假，质疑是不是 iPhone 特效功能拍的，甚至。 Vim, say hi. Parece muito lindo os sóis. Ali tem os sóis. Ali tem outro. Gente, eu tô mostrando, ó. Um ali e outro ali, ó. Vocês acham que vocês só tem um só aqui em Nova York? Dois. Ali, ó. Um. Nós não estamos mentindo, é verdade. Мы наблюдаем с вами эффект двойного солнца. Природное явление. И в этот перепад температур как раз вот и получается такое природное явление, раздвоение солнца. Ну вот, все, пошел спад температуры где-то на 4-5 градусов. Машина сразу начала работать по-другому. По-другому работает двигатель, по-другому работает трансмиссия на машине. Если будем говорить перед этим километра за два, если остановиться на 5-10 минут, то баллоны
колес машины превращаются как бы в башмак. И при трогании с места начинается эффект подскока. Как будто вы на лошади едете, а не на машине. Поэтому в такие температуры желательно не останавливаться, а проходить такие места отскоком. Теперь мы с вами наблюдаем туманный эффект. Минус 55 градусов за бортом. Мы находимся в районе реки Дитрин. Большая влажность, и поэтому солнце кажется большим огненным шаром. Мы даже наблюдаем как будто огненную оболочку вокруг солнца.